реально. И душ. Зально, бальсек вам организовали. Сломали. Какой одежды с собой никто не говорил. Говорили, шляпы от солнца берите. Шляпы? Я народ не подумал, взял, думал, ну не будет дождю, ну какие дождь. А что, не глядел, там же было написано, на больнице. Буквально наш эдодрайвер только-только попросил, как на речку свозили. Вот, вот 5 хвилин тому. А можно А прибиральня? Я на звонку. А прибиральня, да. А тут, в принципе, вот такую залеву выходишь, и можно уже нести в прибиральню. Все равно не будет бачно, что там не зауважно.